Всем огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Давайте приготовим очень вкусный, простой в приготовлении рецепт из обычной картошки. Я очень надеюсь, что этот рецепт вам понравится так, как нравится мне. И готовится из простых, обычных продуктов. Нам понадобится отварной картофель. Я его уже отварила до полной готовности. Зубчик чеснока, немного сыра и, конечно же, одно сырое яйцо. Отварной картофель натираю на крупной терке в какую-нибудь глубокую миску. Сюда же на крупной терке я натираю сыр. Грамм 20-30, не больше. Сюда же по вкусу добавляю один зубчик тертого чеснока. По вкусу все солим. Добавляем черный молотый перец. Также можно добавить приправы, которые вы любите. Свои любимые. И добавляю одно сырое яйцо. Все хорошо перемешиваю. Желательно все смешать до такой вот однородной массы. В разогретую сковородку наливаем небольшое количество масла. Много не нужно, только чтобы покрыло дно у сковородки. Отправляю сюда картофельный шарик. Я прям это делаю обычной столовой такой ложкой. И вот так вот его разравниваю. Какую-то определенную форму ему придавать не нужно. Просто немножечко вот придавите его, чтобы он был немного такой плоский. Он может быть такой бесформенный. Ничего страшного. Опять выкладываю столовой ложкой. Придавливаем. Ну и как бы вот придаем такую неопределенную форму. И обжариваю с двух сторон до красивой румяной корочки. Переворачиваем и обжариваем с другой стороны. Присыпаю свежей зеленью петрушки и подаю к столу. Получается необыкновенно вкусно. Данный рецепт, данное блюдо можно приготовить даже из остатков картошки. Например, картофель вы отваривали для салата, а получилось гораздо и гораздо больше. Или, например, уже никто не хочет есть обычную отварную картошку, и вам некуда девать буквально 2-3 штуки. Приготовьте такую вкуснятину. И эту вкуснятину съедят все. Кому понравится рецепт, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, не пропускайте простые доступные рецепты вместе со мной. Всем огромное спасибо, до свидания и пока!